Гель-моделирующий для нижней трети лица серия Selective. Когда нам нужно оказать хороший липолитический, лимфодренажный, то есть противоотечный эффект, укрепить и хорошо увлажнить кожу, скорректировать овал. И работает он, естественно, в основном вот в этой зоне. Здесь антицеллюлитные компоненты, они сочетаются с сосудоукрепляющими. Из таких вот антицеллюлитных липолитических компонентов здесь находится в составе фукус, лимон, гуарана в виде экстрактов, йодированный гидролизат протеина кукурузы. А из сосудоукрепляющих компонентов здесь находится конский каштан, троксирутин. Здесь находятся экстракты красного винограда, гречихи, плюща. Кроме того, здесь находится кофеин, здесь находится L-карнитин и немножечко ментиллактата, который придает такое ощущение свежести. Как лучше всего использовать данный гель? Его в домашнем уходе рекомендуется наносить массажными движениями, то есть сделать себе маленький такой короткий лимфодренаж. И если мы используем в профессиональных процедурах, то мы будем использовать чаще всего этот гель в сочетании с другими средствами в процедурах микротоковой терапии или вводить его, например, ультразвуком. Когда мы хотим дома один или два раза в день нанести на нижнюю треть вот этот гель, то мы должны сделать небольшой лимфодренаж. Ну, можем просто, конечно, намазать, но если мы сделаем лимфодренаж, он будет еще в два раза эффективнее. Для начала мы прокачиваем регионарные лимфоузлы таким вот движением, минимум 5 раз, а лучше 15. После этого мы дренируем зону шеи. Можем продренировать и заднюю поверхность шеи таким образом. После этого мы дренируем среднюю треть, захватывая область околоушных лимфоузлов. И так как у нас данный гель может нанесен быть от скул и вниз по шее, а на верхнюю треть мы можем нанести какое-то другое средство, то мы проработаем заодно и остальные части лица. То есть мы проработаем зону вокруг глаз, проработаем зону лба, обязательно спускаясь через лимфатические узлы регионарные. И в конце, то есть мы в обратную сторону прошлись, и снова будем наши регионарные, самые крупные подключичные и надключичные лимфоузлы прорабатывать. И таким образом мы минуточек 5 потратим и улучшим состояние кожи, овала, снимем отечность и взбодрим кожу таким вот коротким лимфодренажем. Таким образом, гель, моделирующий для нижней трети лица, может использоваться и в домашнем, и в профессиональном уходе.